Найдобріше шоу у світі – «Дизель Шоу». Два осінніх концерти 10 та 11 жовтня. Дуже рекомендую. 19.00. Київ. Палац «Україна». Приходьте, буде весело. Та, звісно, погнали. Прямо зараз. Не зайнят. Все, зустрічаємося біля балки. Квитки на сайтах dieselshow.com та contramarca.ua. Живий звук та використання фонограми. Медіапартнер «Радіо П'ятниця». Ну что, вы догадываетесь, по какому поводу я вас собрал? Боже мой, неужели нам увеличат зарплату? Это не в нашей стране, голубушка. Я поняла. Кажется, новая вспышка кори. И нас закроют на карантин? А вы знаете, нас действительно закроют. Но не на карантин, а навсегда. А что? Опять эти засранцы что-то разлили в кабинете химии? Ну, тогда бы нас не собирали, а эвакуировали бы. Нет, ну подождите. В прошлый раз, когда нас собирали в кабинете химии, там разливали, а потом собирали. Ну да. Ну так, конечно. То ж день рождения был. Мы тогда коньяк разливали. Сейчас другой повод. И разливать мы будем карвалол. Мне звонили из министерства, я хочу у вас узнать, а что это у нас за флешмоб? Такой фото в купальнике, а? Так, прекрасный флешмоб! Одну учительницу уволили из-за откровенных фото в интернете. И все учителя стали выставлять свои фотографии в купальниках. Так сказать, весь мир ее поддержал. И вы? И мы. То есть? Без учителей средней школы номер 14 Бородянского района флешмоб бы не состоялся, да? Понимаете, дело в том, что этот флешмоб — это добровольное участие по порыву души. Яна Викторовна, а что же вы не поддержали флешмоб по сбору макулатуры, а? А флешмоб по уборке листьев в парке? Так тогда холодно было. Она в своем купальнике замерзла. Да, я, кстати, видел ваш купальник. Вы знаете, можно было бы и поскромнее. Можно было бы сдельный надеть. Что это у вас за две веревочки на фото? Это бикини. Да, пусть видят, что учителям на целый купальник зарплаты не хватает. Воу-в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 оу! Между прочим, вас это тоже касается. А что, между прочим, у меня купальник был сдельный. Просто я его не надевала 20 лет. Вот его и заживала. Евгения Валерьевна, зачем вы в этом участвовали? Ну как зачем? Во-первых, я завуч. Во-вторых, я комсомолка. А в-третьих... Что, у меня нет права на личную жизнь? Есть, но у вас нет права травмировать психику всех остальных. Зато сразу после флешмоба меня позвали быть рекламным лицом одного известного бренда. Вас? Да. Пока это Винницкий мясокомбинат. Но нужно же с чего-то начинать. Мне семью кормить нужно. Скажите мне, пожалуйста, ну почему на фото вы прикрывались лопухом? Если вы забыли, Дмитрий Леонидович, я еще на полставки подрабатываю учителем природоведения. Ну почему вы лопухом только сверху прикрывались? Потому что на полставки. Класс! Зато теперь все дети знают, где у вас север. Вернемся к вам, Яна Викторовна. Напомните мне, пожалуйста, как назывался флешмоб? Сфотографируйся с купальником, поддержи учительницу. А мне кажется, что назывался «Сфотографируйся в купальнике», а не с купальником. Почему на фото вы купальник в руках держите? Боже, как неудобно получилось. Ну,
я просто, видимо, неправильно поняла условия этого флешмоба. Неправильно поняли? А теперь отцы наших учеников требуют, чтобы они получали двоечку. Чтобы их вызвали в школу, и они смогли увидеть вашу троечку. Четверку? Ну, честно говоря, там двоечка и то с натяжкой. Ага. По 12-бальной системе. Да. Тихо, 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 тихо. Мария Анатольевна. Со мной теперь... что? Вы знаете, если у Яны Викторовны был купальник хотя бы в руках, у вас его вообще не было. Это художественное фото. Угу. А вы могли бы вот делать художественное фото хотя бы в трусах? Это фото единения с природой. Там силуэт на закате, там вообще непонятно, что это я. Серьезно? А почему же вы тогда отключили комментарий к фото? Я, как учительница русского языка, не могу тратить столько времени на исправление элементарных ошибок. Ну, как, например, можно написать «я бы вдул» одним словом? И вообще, что это значит? Я могу показать, например. Так, спокойно. Виктория Сергеевна, перейдем к вам. А что я? У меня все фото в купальнике. Да, но где? Бали, Доминикана, Египет. Ну что, мне звонят из министерства и спрашивают, откуда это у простой учительницы деньги на Бали, Доминикану, Египет? А министерство в курсе вообще, что я учительница информатики? И что у меня может быть фотошоп? И что у меня грудь в течение путешествия росла с каждой страной? И что у меня на купальнике было написано «Виктория Секрет». Причем Секрет немножечко выходил за границы купальника. Вот именно. Вы учительница, у вас секреты немножечко вылазят. Да что в этом такого? Это солидарность. Все поддержали, и я поддержала. Серьезно? А если завтра какой-нибудь недалекий учитель выложит фото с голой задницей, вы тоже все его поддержите? Что? Я, говорит, извиняюсь. Я по поводу этой фотографии, которая как-то в интернет попала моей. Я с ответственностью заявляю, я не запускал этот флешмоб. И не имею ни к нему отношения. Так, господин Свисток, физрук, послушайте, к вам больше всего вопросов. Я-то чего-то. Как флешмоб назывался? Поддержи учительницу. Я что же учитель? Я понимаю. Но вы знаете, я бы действительно понял, если бы вы сфотографировались, я не знаю, в плавках. Но нафига вы в купальнике сфотографировались? Так это самое, флешмоб как назывался? Поддержи учительницу в купальнике! Ну вот я, собственно, и... Где вы вообще взяли купальник? Ну, у этого, у физика. Воу-воу-воу-воу-воу. Интересно. А где это у нас учитель физики взял купальник для флешмоба? Нигде. Это мой личный. Так, что? Закройте! Правильно говорить, запахнитесь. Вы запахнитесь, а вы закройте и рот, и плащ. Ладно. Зато у наших учеников появилась тяга к знаниям. Где? Я... На физике? Да. Я в кабинете сделал ремонт. У меня все в красных обоях, в пастельных тонах. Я убрал эти никому не нужные фотографии Ньютона, этого Гей-Люсака и кто там еще у нас есть. И повесил нормальные фотографии. Чьи? Вот Яны Викторовны, Виктории Сергеевны, Марии Анатольевны. Ну, вы знаете, хочу сказать вам огромное спасибо, хоть не повесили фото уборщицы. Кто же ее повесит? Ее немцы повесить не смогли. Не школа, а сборище дебилов. Дети нормальные, эти учителя-уроды. Этот физрук... Русичкой шпилится. Думает, что никто не знает. А эти две курицы. Ни кожа, ни рожа, и жопа с кулачок. Сами курицы, а гонору, как у павлина. Этот физик, пискля однояйцевая. А этот директор, говнектор. Полужирный, полулысый, полудурок. Ой, Дмитрий Леонидович, а я вас тут добрым словом
поливаю. Так, Евгения Михайловна, сядьте, пожалуйста, сюда. И объясните мне, почему вы участвовали в этом беспределе? Это она фарш из столовой воровала! Я про фото в купальнике. Ой, прости, подруга. Про это я решила поддержать флешмоб. Это сфотографируется с купальники. Спаси учительницу. Вот. Ага. Мне интересно, где вы взяли купальник? Связала. По поводу флешмоба. Ну да, он спадал у меня, и я просто резинку с варежек взяла. Так у вас же вроде как был сдельный купальник, ну, как у Бонифация. А, так он старый уже. Я им уже год как полы мою. Вот он. Ну хорошо, объясните мне, пожалуйста, почему вы единственная, у кого фото было в овале? Ну, во-первых, фотография красивая. Во-вторых, может, уже и не придется мне сфотографироваться больше. Так, я хочу обратиться ко всем. Объясните мне, пожалуйста, ну что, вот что, что мне со всем этим делать, а? Ну, понятно, что. Надо делать настенный календарь. Вот, например, Виктория Сергеевна будет у нас мисс Сентябрь. Яна Викторовна – мисс Октябрь. Мария Анатольевна будет у нас мисс Ноябрь. Ну, а Евгения Валерьевна? Я понимаю, что в один месяц я не влезаю. Давайте я буду мисс Летние каникулы. А я мисс Зимние. А почему Зимние? Скукоженные. Да. Нет, ну правда, я не понимаю, но в чем прикол этого вашего флешмоба, а? Ну, прикол в том, что мы тоже учителя, и мы тоже хотим ездить на моря, фотографироваться в купальниках. Ну понятно, ну когда он закончится, этот флешмоб уже? Ну, обычно больше недели он не длится. Ну, слава богу. Но, понимаете, подписчики растут, и они просят все больше и больше, больше и больше поддерживать эту учительницу. Да какую учительницу? Ну вот ту, которую уволили. Какую? Только ее уже никто и не помнит. Но новых фотографий становится все больше и больше. Ну прекратите вы нервничать. Мальчики перестали прогуливать уроки. Да. Представляете, папы стали ходить на родительские собрания. Деньги сдают не только на шторы, но и на купальники. Ну поймите, я нервничаю, потому что мне каждый день звонят из министерства, ржут и спрашивают, а можно ли всех посмотреть? Здравствуйте! Ой. Я из министерства. Да. Товарищ. Что это за бардак? Да. Бакханалия? Да. Беспредел? Да. Наша задача – формировать гармонично развитую личность? Да. А вы что делаете? Да. Вы дискредитируете школу и директора? Да. Дмитрий Леонидович, вы уволены? Нет. Да. А вы идите сюда все быстро. Быстро сюда идите. Товарищ, мы должны помнить. Мы, учителя, одна, единая семья. И выглядеть мы должны все одинаково. Вот так. Вот просто... Понятно? Со мной! Интересно, по какому поводу у нас внеочередной спецсовет? Что, Петров снова бросил к петарду в унитаз? Или, может быть, снова курил в классе? Угу. А может быть, Петров снова со своим дружком-дебилом голыми бегали по школе? Угу. Слушайте, может, хватит уже, а? Петров. Долго вы мне вспоминать это будете? У меня тогда день рождения был. И прекратите называть дядю Митю дебилом.
Он просто корью переболел. У него осложнения начались. Какой корью? Нас же всех вакцинировали. Правильно, звездочет. Вакцинировали всех, а осложнения только у дяди Мити. Ой, да у вас каждое утро после этого дела осложнения. Сейчас у тебя осложнение начнутся, когда я тебе глаз на глобус натяну, понял? Их точно сегодня выгонят. Мы только из-за них и собираемся. Блин, а ты пестик с тычинкой не попутал? Мы в следующий раз из-за тебя соберемся два раза. На 9 и на 40 дней. Ага. Хоть какая-то польза будет от твоей биологии. А Софья Николаевна права. В прошлый раз нас собирали, когда наркотики на дискотеке нашли. И только эти двое пришли и думали, что им дадут попробовать. Так, а ну цыц, пробирка. Надежда Казанцева, здравствуйте. 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 Добрый день, коллеги. Все собрались? Ну что ж, начнем. Здравствуйте, Надежда Константиновна. В чем проблема? Скажите, пожалуйста. Пока не знаю, Евгений Михайлович, но чует мое сердце, что что-то неладное. Так, может, по 5 капель, а, чтобы сердце успокоить, а? Сядь, Витя. К нам сегодня пришло постановление из Министерства о реформе образования. Так. Если опять реформа, то с меня хватит. Ну, только-штока ввели эту 12-бальную бальную систему. И снова здорово! Если придется новые цифры после 12 учить, я увольняюсь. По ценникам на водке выучишь. Продолжайте, Надежда Константиновна. Спасибо, Софья Николаевна. Даже не знаю, коллеги, с чего начать. Ну, во-первых, в постановлении 15 орфографических ошибок. Да, реформы вступают в силу. Во-вторых, не знаю, верить, не верить, но нам повышают зарплату. Подождите, хотелось бы уточнить, кому повышают? Нам? Нам вам? Или нам? Нам всем. И что, и мне? Да. Такого не бывает. Тогда у нас что-то заберут. Или эти 6500 получит только учитель, оставшийся в живых. Я такое видел в кино. Эти министры нам глаза замыливают, а сами... На мерседесах разъезжают, а нам эти подачки бросают. Сколько там? 50 гривен? Угу. А вы что, не слышали, что ли? 6500! Сколько? Боже, какие деньжища! Да я завтра же куплю нитки и заштопаю колготки! Ален, Наташа, выбирай кольцо. Да, на унитаз, самое мягкое. Так, так, я себе семена на дачу куплю, я и пленку в окне поменяю. Нет, я стекло вставлю. Нет, подождите, я 3 месяца поголодаю и пластиковое окно поставлю. Одного любовника можно бросить. Фух, поздравляю. Боже мой. Неужели я уже в своих 48 съеду с общаги в отдельную комнату? Боже, да я просто счастливчик! Но, коллеги, есть и плохая новость. Подождите, какая может быть плохая новость после такой новости? А 6500! Да. В постановлении, которое у меня в руках, сказано, что часть учителей надо... уволить. И теперь вместо 22 предметов у нас останется только 9. И правильно! Я даже знаю, с кого начать. Вон отсюда! Вот так вот в кино все и начиналось. А че сразу физра, а? Между прочим, физкультура — это основной предмет. Без него в нашей жизни никуда не попадешь.
точно никуда! Ни в спортзал, ни в раздевалку! Да погодите, погодите, а что за кипиш? Ну, убрали предметы, хрен с ними, меньше париться. И зарплату подняли, и работать не надо. Да это лучшее правительство на моей памяти, ну! Я лично за себя не беспокоюсь. Физика — это основа всех основ. А кого убирать надо, это понятно. Конечно, уберут труды и физру. И нам легче, и дети в школе трезвее станут. Да. Самое страшное, коллеги, что вот этим двоим вообще ничего не грозит. А вот такие предметы... Как биология, что? Химия, физика, ой, география, как? И астрономия перестанут существовать. Понял? Физру он хотел убрать. Физра — это основа всех основ. Наверху лучше знают, какой предмет нужен стране. Понял? Правильно! Правильно! Что из человека сделало обезьяну? В смысле, наоборот. Что? Физика? Астрономия? География? Хрен вам труд? То есть я. Все. Могу я получить аванс? Дядя Митя, успокойся. Подождите, подождите. Как это не будет биологии? А как дети узнают тему размножения? Они выйдут неучами. И что мы получим в Украине? Демографический коллапс! Да я им все расскажу и про коллапс, и про каитус. Дядя Митя, да успокойся ты, угомонись! Коллеги вводят новый предмет. Сексуальное воспитание. Этот предмет могу вести я. Софья Николаевна, да по сравнению с вами даже наша повариха посексуальней. И поэтому этот предмет буду вести я. О, к этой бы я на занятия сходил бы. Нет, 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 я буду вести этот предмет. Нет, я. 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 Да прекратите! Министерством уже назначен учитель на эту должность. И этот учитель я. Вы? Я! Значит, коллапс все-таки будет. Подождите, подождите, подождите! Что? Давайте вернемся к географии. Ведь если не будет географии, что тогда? Сегодня географии нет, а завтра все? Земля плоская! В смысле завтра? А сегодня она какая, блин? Ну... Александр Константинович, да. Все эти предметы объединяются в один, и он будет называться «Человек и природа», и учитель будет тоже один. Боже мой, какой ужас! Но как? Как один учитель может вести 6 предметов? Это же нереально! Просто нереально! Но за 6500, я уверена, я справлюсь. Пишите мою фамилию! Булитко! «Человек и природа». Пишите Глущенко, а ты закрой рот, или я тебе плесну кислотой в рожу. Подождите, Надежда Константиновна, посмотрите, может там есть человек и география, география и человек. Ну я уже согласен, ладно, на человек и глобус. Послушайте. И человек, и природа — это физический мир. Это все подчиняется законам физики. И тебя плесну. Я тебя эбонитовой палочкой захерачу. Коллеги. Ну вот. Директриса открыла банку с пауками, и они начали жрать друг друга. А вы, наш дорогой астроном, можете смело писать заявление об уходе. Но! Поскольку вы заслуженный учитель, министерство разрешило вам остаться и дарит должность сторожа. Знаете, скажу вам по секрету, что сторож получает немножко больше, чем астроном. Я подумаю. Подумайте.
я подумал. Очень хорошо. Я пойду осваивать сторожевую будку. Помимо предмета «Человек и природа», коллеги, будьте внимательны. Будут предметы «Человек и общество» и «Человек и мир». Блин, ну давайте тогда и наши предметы переназовем. «Человек и лобзик», «Человек и козел». Надюша, привет! О, привет, человек и манная каша пришла. Я чула, тут знову реформи. Там про мене щось є. Тетя Глаша, пока ты даешь доходы своими свадьбами и поминками, реформы тебя не коснутся, дорогая. Ну, якщо треба, я можу факультатив вести. Який? Людина і узвар. Людина і картопля. Можу картопля і узвар. Без людини. А якщо хтось проти, а? Тоді можу узвар з людини. Тетя Глаша, іди, работай. Ми как-то без тебя разберемся. Работай спокойно. Евгений Михайлович. Зря вы так. Вы знаете, что математика становится факультативом? Что? Что они себе позволяют, а? Сегодня они предметы закрывают, а завтра что? Отменят в 6-й класс? Потому что цифра 6 обижает чувства верующих. А потом они школу с комнатой милиции объединят. А потом что? Ученики будут ставить оценки... учителям? А вы что, читали утренний факс? Нет, я просто несу бред. А, ну вот чтобы вы не несли ересь, я вас прошу, прочитайте издержки. Угу. Внимательнее почитайте, внимательнее. Отныне ученики оценивают качество преподавания в зависимости от чего будет начисляться зарплата. Такими темпами в минуса уйти можно будет. Подождите, то есть теперь что, не чихнуть, не, простите, пукнуть нельзя? Да, здесь даже конкретная сумма за оба эти нарушения указана. А я могу научить, как переводить стрелки на учеников. Значит, подходишь так бочком, и так тихо, и отходишь. Главное синхронизировать. У меня был один раз рассинхрончик. А если, например, сильно, тогда подходишь и так... Тишина! Мне! Тут! И только потом Сизикова, фу! Ты же отличница! Дядя Митя, сядь и успокойся в конце концов. Послушайте дальше. Теперь на шторы сдают учителя. На родительских собраниях нельзя собирать деньги. А зачем же их тогда вообще проводить? Учителям нельзя принимать подарки. Как это? Отменяются домашние задания. Отменяются оценки за контрольные. Что? В школах больше не будет... избирательных участков. Ой, такую золотую жилу отобрали. Знаете что? Сами учите своих недомерков. Да. 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 Ну? А вы чего остались? Не побежали вместе со всей толпой? А мы, Надежда Константиновна, за 6500 на все согласны. Можете оставить 2 предмета. Человек до обеда для дяди Мити. И человек после обеда для меня. Да, потому что после обеда я уже такой сейчас. Можно аванс под реформу получить уже, а? Трубы горят. Прекрасная школа. Директор, трудовик и физрук. Да. Теперь, чтобы получить образование... нужно хорошо потрудиться
и быстро побегать. Пошли за авансом. Пошли за авансом. Алло, дорогая, да, это я. Представляешь, у нас сегодня банкет заказали. Ну, как банкет? Вечер встреч выпускников. Да какой мой, ты что? Я бы на свой не пошел никогда. Там одни придурки учились. Надеюсь, я сегодня не поздно. Целую. У меня в классе только одна нормальная девочка была. Наташа. Так. Мужчина, этот стол занят. Дятел! Дятел! Не может быть! Ты что, дятел? Это ж я! Саня Дуб, вспоминай, ну! Я вас не знаю. Дятел! Долгони штукари. Завтра отдам. Завтра не моя смена. Ну, значит, не отдам. Ну, вспоминай, ну я ж тебя головой в туалете... Я вспомнил. Что заказывать будете? Что с тобой взял, то и буду. В это заведение со спиртными напитками нельзя. Ой, ты прямо сейчас как наша училка сказала. А что это у тебя, что это... Ебага. Евгений! Дятел! Так ты Евгений! Капец! Ну давай, дятел Евгений, присаживайся. Выпьем с тобой за встречу, ну, заодно и за знакомство. Мне нельзя, я тут работаю. Кем? Догадайся. Директором? Полотенцем? Да ладно. Ну ты дуб. Я теперь понял, для чего нужен был красный диплом, золотая медаль. Ради быджи и полотенца! Слушай, если ты работаешь, так, может, долгонешь штукарь? Не, я же не себе, просто сегодня Натаха придет, а я хочу ее с порога встретить и всю шампанским облить. Кстати, почем у вас советская? Натаха? Дунайская? Ну. Я сейчас. Алло, дорогая, представляешь, банкет затягивается до утра. Да, я один на смене. Меня не жди, ложись спать. Да. Вот, дятел. Ну. Сашка! Дуб! Дай хоть первую букву, а? Первая буква Н. Назаренко! Вторая И. Нефёдов! Идем дальше. К. Никак тебя не вспомню, братан! Честно. Сашка, как был дубом, так дубом и остался. Никишин! Жека! Господи, я ж за тобой 10 лет сидел! Ой! Тихо, не поворачивайся! Да я хоть на тебя налюбуюсь! Я ж все твои волоски наизусть помнил! А ты лысеешь уже, Никишин! И жвачка по-прежнему у тебя на башке. Где жвачка? Это шучу я. Жека. Конечно, лысею. 20 лет прошло. Ну да. Ты как в 10 классе пропал, так... Обстоятельства. Кстати, долгони штукарь. О, точно! Ты тогда так и сказал. Долгони штукарь, иначе сяду. Рассказывай, где 20 лет пропадал. Ну, где... Короче, долганул бы тогда штукарь, чаще б виделись. Слушай, Жека, а чё ты так вырядился, как на свадьбу, а? Как чё? Сегодня же Натаха придёт.
Дунайская. Дунайская? Дунайская. Подожди, я когда с ней встречался, она была так. Дунайская? А, точно. Ты ж в 10 классе сел. Ну, не за мной, а вообще. О, у нее в 11 как бы и все и началось. О. Не знаю, то ли капусту есть начала, то ли гирьки привязывать. О. За ней весь класс ухлёстывал. Даже бабы. О, Никишин, привет. А Натаха уже есть? Не, Натаха еще не приходила. Это кто? А, это Сашка Дуб. Первый парень Натахи. О. Саня Дуб. Олег Петрович. Че так официально? Депутат? Физрук наш. Так я, получается, не один Натаху за попку на канат подсаживал, да? А че, его не помню? А у него это... освобождение от физкультуры. А так, Светнескаш, здоровый парень. О, Санек, долгони штукарь, кошелек забыл, прикинь. Прям с языка снял. Капец. О, Олег Петрович, здрасте. Дятел! О, Никишин, привет! Привет. А ты знаешь, Петрович, что дятел Евгений? Ну ладно, дятел это Евгений, не стучи. Олег Петрович, а Натаха точно придет сегодня? Конечно, конечно придет. Я бы иначе и не приходил. Или ты что думаешь, я пришел... посмотреть, как ты, дятел, за 20 лет стал еще дятлее. А вы помните, как я для Натахи цветы из клумбы воровал на выпускной? Он цветы воровал. Да я ради Натахи бананы в магазине воровал. А помните, как мы всем классом смотрели, как она эти бананы ест? Слушай, дятел, а у тебя в ресторане бананы есть? Намек понял. Несу. Давай, неси. Молодец. Так, мужики, давайте сразу на берегу договоримся. Сегодня Натаха идет со мной. Тем более у меня с ней было. Да ладно, в 10 классе? Конечно. Не, ну я же не сказал, что у нее со мной было. У меня с ней было. Ой, ну так у всех было. Но. Я, между прочим, единственный из класса, кто с ней целовался. Целовался в щечку? Какую щечку? С языком. А вы, Олег Петрович? Да нет, ты что, я же учитель, статья. Зато на выпускном я ее почти... Что значит «почти»? Почти ее. Техничку. Бабу Нюру? Но представлял я в тот момент Натаху. Ой, ну так у всех было. Ну да. А же суду за чистый, за чистый свет, два чистый, мыса надо чистить. Желаю здравствовать. Это же Егор! Ну, помните? Егор Бесенко! Бес! Ё-моё! Это уже в прошлом. Слушай, а нам говорили, что ты бизнесом занялся. Было дело сразу после рэкета. Но потом в какой-то момент понял, что не мое это. Что несчастлив я. Эти сплошные поборы, это налоговая. Пришлось Гелендваген за долги отдать. В общем, в какой-то момент решил посвятить свою жизнь служению в церкви. И чё? И сразу хорошо стало. Вот. Сразу прям так легко. Почувствовал мое это. Вот налоговую осветил, Гелендваген новый купил. Слушай, Бес, а долгани штукарь, а? Бог подаст.
Скажите, други мої, а Натаха в міру Дунайська, вона вже появлялась? Подожди, Єгор, у тебе що, з ней тоже було? Почти. Вона ко мне, когда на исповедь пришла и рассказ свой кончила, то я и чуть ли грех прямо в церкви не совершил. В общем, я здесь, чтобы закончить начатое. Где она? Слушайте, мужики, так у нас не вечер встреч выпускников, а вечер свидетелей Натахи. Нет, 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 никаких свидетелей. Это конкурирующая организация. Я вам хочу сказать сразу, Натаха сегодня поедет со мной. Чего это с тобой? Да я, между прочим, у жены официальное разрешение на измену с Натахой получил. Ой, да ладно, не звезди. Да чего я фотографию жене показал? Она говорит, будь мужиком, она бы тоже изменила. Короче, мужики, давайте так. Сейчас мы по штуке скинемся и поспорим, кто Натаху с собой забирает, тому и касса. Я согласен. Поехали, давай. Так, по сколько? По тысяче? Да, по штуке. Скинулись. Хорошо, отлично. Так, стоп. Это что за фигня? Штуки не хватает. Кто не скинулся, а? Я сдал. А, это я не скинулся. Слушай, бес, долгони штуку, я тебе завтра отдам. Попробуешь не отдать, за яйца подвешу. Хорошо. Так, все. Так, я сейчас танец закажу. Один танец, и Натаха моя. Ой, танец он закажет. У меня, между прочим, 2 билета в кино есть на последний ряд. Места с языком. А я буду Натаху брать природной красотой. Ты, дуб, на природу надейся. А сам-то не плашай. Женщины любят драгоценности. Большие драгоценности. Примерно такие. Вы прикиньте, если Натаха со своей подругой приедет. С какой? Ну, с этой. С какой? Подожди. Ну... С Оксаной? Оксаной! Оксана. Ну, Оксана, елки-палки. Оксана! Оксана! Обезьяна! Косая, которую Егор портфелем по башке дубасил. Вот поэтому она косой стала, что ты ее портфелем дубасил. Ее ж на районе все собаки шугались. Еще говорили, кто с ней переспит, тот всю жизнь чухмариться будет. Не помню я ее. Да как не помнишь, Егор? Ну, вспомни, на выпускном ты напился и пошел ее до дому нести. Я все грехи свои замолил уже. Хватит об этом. Слушайте, как с этой Оксанкой Натаха дружила? Натаха по сравнению с ней была просто богиня. Да на фоне Оксаны даже баба Нюра была богиня. Это вы Оксану обезьяну вспомнили? Да. Которая мне палец откусила. Чего? На ноге. Так, мужики, хорош воспоминаний. Погнали за стол. Давай. Да, садитесь. Ну что ж. Так. Официант, мне стакан воды на отдельный счет. Вот знаете, за что я Женьку всегда любил? За то, что он самый принципиальный из нас. Да, помните, как мы все с урока ушли, а он один, кто остался? А помните, мы в туалете курили, а он нас сдал. Кстати, а помните, он на выпускном пообещал, а? Что девственность потеряет только с Натахой. Ну ты гнида была. А теперь мало того, что ты гнида, ты еще и балабул. Почему? Я до сих пор жду. Чего же я пришел-то? Да ладно. Че, за 20 лет ни с кем ни-ни? Мужик сказал, мужик сделал.
Ты когда мужиком-то успел стать? Что? У меня, между прочим, с Натахой, да можно сказать, было. Да, мы еще в детском садике друг другу письки показывали. Слушай, Жек, вот Натаха придет, ты с этого не начинай. Хотя бы на танец ее пригласи. Слушайте, мужики, предлагаю первый танец Натахой отдать Жеке. Ему реально больше всех надо. А что это Жеке? Подождите, 20 лет терпел. Еще 20 потерпит. Сколько лет? Давайте выпьем. Давайте, друзья, давайте. Давайте, мужики, за встречу. Да за какую встречу? За Натаху. А вы что это, мужики? Без меня, что ли, пьете? Мужик, мы всегда без тебя пьем. Иди отсюда. За комплимент, конечно, спасибо. Не понял. Не, ну что мужиком назвали, значит, уже у меня все получилось. Ну-ка, поведай нам, кто ты, сын мой. Да вы что, мальчишки, я же одноклассница ваша, Натаха. Дунайская. Ну, вот это. Так, мужики, больше водку не пьем. Она паленая. Ну вот и пришло это время прочитать эту книгу. Фу. Алло, дорогая, банкет закончился раньше, представляешь, еду домой. Мужик, пацаны, да вы чё? Я же всегда себя чувствовал больше пацаном, чем девчонкой. Ну вы куда? Я же вас знаю всех, как облупленных. Так, ты облупленный, я не знаю, что тут за театр устроил, но у меня, между прочим, разряд по боксу. Олег Петрович, а помнишь, как ты вот этой шершавой ладошкой меня под попку на канат подсаживал, а? Помнишь? Лучше б не Оксана Бизана руку откусила. Стоять! Санька, а ты бананы все время покупал, помнишь? Чтобы посмотреть, наконец-то, как я их ем. Сейчас увидишь. А то... Все, как да как. Ай! Ё-моё! Толстый! Нет! Помнишь, как мы с тобой за гаражами целовались, а, Женька? Не-не-не, мы же в щечку. Не, в засос. Нет. Язычками. Нет. Да-да. Остановитесь! Бес! Нифига себе, ты что, останавливаешь меня? Главное, когда портфелем по башке за гаражами мою подругу бил, я тебя не останавливала. Гляди-ка. Била Оксану, а плохо с головой у Наташки. А ты? Тебя? Тебя? Тебя не помню почему-то. Слава тебе, Господи! Куда ты? Давай, мужик сказал, мужик сделал. Это какой я мужик? Я гнида. Балабол. Следующая композиция звучит для девушки Натальи из 42-й школы, которую на танец приглашает Олег. Иди. Идите, Олег Петрович. Это другой Олег, другую Наташу из другой 42-й школы. Ну вы чего, мальчишки? Ну, давайте сядем, давайте выпьем. Ну, за стол, ну, прошу вас. А. Ну. Ну, расскажите, что у вас нового? Ну, пожалуйста. Боюсь, что наши перемены
по сравнению с твоими... Рассказывать не стоит. А вы совсем не изменились. Сейчас я подпудрю носик немножко. Кошмар. Даха. Мне нужно выйти. Так, да мне надо это встреча выйти. Выпускников. Я тоже. За Натаху. Предлагаю не чокаясь. Ребята! Одноклассники, привет! Это кто? А после Натахи это может быть кто угодно. Ребята, но это же я, Оксана. Ну, помните, меня еще собаки шугались. Да из-за меня водку разрешили в школе продавать. Ну, вы же мне единственной на 8 марта бритву подарили. У меня же у первой из класса усы начали расти. Но у меня еще волосы вот такие были. А на голове короткие. Ну, Оксана? Оксана обезьяна! Да! О! Дорогая, ты уже здесь? Да, Зойка, прости, что опоздала, просто машинку не могла припарковать. Оксана! Ты знаешь... Кто это? Вот он. Ну, конечно. Это мой любимый Сережа. Не знаю, не знаю. Ну, в смысле, моя бывшая подружка Наташа. Ну, мы просто любим друг друга. И Наташа ради меня сделала из себя мужчину. А из меня женщину. Батюшка, да. Похоже, вы с портфелем-то в школе переборщили. Слышишь, Натаха или там это Серега, а что ты нас здесь вообще собрала, Алла? А знаете, пацаны, просто мы сегодня с Оксаной расписались. Хотели отметить это в кругу одноклассников. Да и ведь кроме вас это больше никто не оценит. Я тебя очень люблю. Я тебе никогда не буду изменять. Чё? Чего ржёшь, дуб? Жук это наш! До конца жизни девственником останется! Ну, поздравляю! Па, слушай, мне сегодня в школе задачку задали. Поможешь? Я занят. Да, папа, у нас такой помогатель. Последний раз мы двойку получили, нет? Па, в этот раз задачку придумать надо. А придумать? Ну, на это папа у нас способен. А что ты думаешь, не придумаешь, что ли? О-о-о. Придумаю. Mm-hmm. Пиши, малой, задачку. Значит, семья взяла квартиру в ипотеку под 15% годовых в долларах. Мама и папа получают по 3000 гривен в месяц. Вопрос. Сколько лет этот кредит будет отдавать их сын? Па, а почему сын? А, да, зачеркни, напиши. Внук. Что ты вообще сыну диктуешь? Тебя волнует эта ипотека? Мы живем в квартире моей матери. Вика, ты вообще не лезь. Я за страну переживаю. О, пиши еще одну задачку. Значит, училка в прошлом году собирала на новые шторы 1000 гривен. В этом году еще 2000 гривен. Вопрос. Так где же эти шторы, а? Ну, как будто ты на них сбрасывался. А я сбрасывался на них? Да. Еще когда сам в этой школе учился. Пусть не мне, пусть хоть сыну достанутся. Ой, глядите на него, за сына распереживался, семьянин великий. С
сыночка, пиши задачку. Один мужчина один раз в неделю и всего лишь 2 минуты. Ты чего такое диктуешь? А что, стыдно стало, да? Это детские задачки. Я знаю, там как раз про детей. Пиши. Один раз в неделю всего 2 минутки уделяет внимание своему сыну. А, сыну. Ма, а вопрос? А это надо у мужчины спросить. Я еще этого мужчину просила лампочку вкрутить, а экономную. Он вкрутил. А что же она не светит? Потому что она очень экономная. А вот так вот. А хорошо, сыночек, пиши следующую задачку. Мужчина носит подштанники с октября по апрель. Не сидит на холодном, жрет ведрами сметану, петрушкой запихивается. Вопрос, а для кого старается этот кобель, если он не радует свою женщину уже 3 месяца? Ах, вот так вот. Ну, вот. Пиши, сыночек, еще одну задачку. Пиши. У одной женщины до свадьбы голова болела раз в полгода. А после свадьбы до 7 раз в неделю. Вопрос нужен? Пиши вопрос. Какого хрена? Хорошо, а я отвечу другой задачкой. Ответь. Пиши, сыночек. Один чмо уходит на работу на 2 конечностях, а возвращается на 4. Внимание, вопрос. Сколько и каких конечностей ему оторвет жена, если он вернется еще раз в таком состоянии? Только не надо вот это. Что не надо? Между прочим, мужчина самостоятельно зарабатывает деньги и имеет право раз в неделю расслабиться. Ну так в этом же и проблема, что расслабляется он 1 раз в неделю, а бухает все 7 подряд. Вот так, да, Маш? Да, вот так. Пиши, сынок, другую задачку на логику. На женскую логику. Одна женщина поехала в магазин за зимними сапогами за 2000 гривен. Но увидела скидку на летнее платье за 5000 гривен. Внимание, вопрос. Эта дура думает, что зиму отменят, что ли? Па, а что это за женщина? Что за женщина? Твоя мать, твою мать. Ух ты, сыночек, пиши. Один мужчина пошел на рыбалку в 7 утра, а вернулся... О, какое совпадение! В 7 утра! Вопрос. Сколько суток не было этого козла? Ма, это же легко. 1 сутки. Нет, сыночек. 2 суток? Нет, неправильно. Это что, задача со звездочкой? С 3 неизвестными. Которыми неделю бухал этот ихтиандр. Зато этот ихтиандр рыбы привез на всю семью. А вот задачка и на логику, на мужскую, если хотите. В каком водоеме Украины водится копченая рыба? А? Ну-ка, пиши еще одну задачку на женскую логику. Одна женщина тратит на покраску волос 400 гривен в месяц. Всего 400, всего. Всего 400. А мужчина на покраску гаража 90 гривен в год. Вопрос, зачем платить больше, если эффект одинаковый? Ох, гараж тебя интересует. А что гараж? Хорошо, пиши, сыночек. Одно тело выдвинулось в магазин, который находился в 100 метрах от дома, за хлебушком. Вопрос. С какой скоростью и в каком состоянии двигалось это тело, если оно вернулось домой через 2 суток и без хлеба? Ты дошлялся, скотина! Ма, я знаю. Он был с тётей Светой. Ах ты, сын, пиши. Если женщина ударит мужчину утюгом силой 50 ньютонов, сколько он проваляется в больнице, а? Ты такую же задачку пиши для тебя Светы. Пиши. Ах, так, да? А, да. Тогда пиши задачку-ответочку. А, давай. Один дядя с большими усами каждый день подвозит маму с работы. Отгадайте, что папа оторвет этому дяде, если еще раз увидит их вместе? Усы. Думай, сынок, лучше думай. Это что,
Тоже со звездочкой? Вряд ли там у дяди звездочка, но я это тоже оторву. Хорошо, дядя Коля работает программистом и получает зарплату в долларах. А папа работает водителем. Троллейбуса. И получает копейки в гривнах. Вопрос, а правильный ли выбор сделала женщина 12 лет назад? Вот так ты заговорила, да? О, да. Мам, пап, теперь мой вопрос. Что? Кто на собрание пойдет, если я опять двойку получу? Ну, получается, если в прошлый раз ходил у нас папа, и нам пришлось школу поменять, то в этот раз пойдет мама, потому что на маме все, так, на маме глажка, на маме стирка, на маме... Кто в доме хозяин? Я. Я знаю. Пиши задачку. Мама с папой счастливо живут вместе 12 лет. Мне 13. Пиши, математик, пиши. И все эти 12 лет мы платим налоги, между прочим, из которых платят зарплату учителям. А учебники мы покупаем с мамой за собственные деньги. И в этих учебниках, кстати, есть задачи. Вопрос, какого черта мы тут выдумываем задачи, если у нас полно дел? О, каких это дел у тебя полно? У тебя голова сегодня не болит? Нет. Последний вопрос, сынок. Сколько сынок не должен заходить в родительскую спальню? Полчаса. Ха, максимум 5 минут.